Всем привет! Продолжаем гулять по музею Эрарта. Хочу представить вам маленький репортаж с выставки Андрея Новиков. Называется выставка «Солнечный удар». Андрей Новиков родился в семье художника-оформителя, окончил Пятигорское училище в 2004 году. Северокавказский федеральный университет, потом поступил в Творческий союз художников России, живет и работает в городе Ессентуки. Доцент кафедры дизайна Северокавказского федерального университета. С 2014 года работает над проектом «Национальное ориентирование». В 2015 году посетил Крым и создает серию эскизов, которые, в общем, послужили основой для этого проекта под названием «Солнечный удар». Очень много у него выставок, не буду во всех перечислять. В Москве, Пятигорске, Железноводске, ну и так далее, так далее. Вот посмотрите эту выставку. Это выставка так называемой «Пляжной живописи» Андрея Новикова, который пишет, как написано в анонсе, «Феноменологию будничной жизни перед холодным небытием космоса». Вот так вот написано, заумно, конечно. Ну и действительно, куда бы Новиков ни отправился, он всегда берет с собой альбом для зарисовок, где фиксирует мир вокруг себя. И особый интерес для него представляет взаимодействие внутренних переживаний человека или группы людей с окружающим пространством. Вот посмотрите выставку, посмотрите картины. Нормальные, хорошие картины. Действительно хорошие, позитивные картины, хорошие работы. Можно посмотреть. Глаз радует. Все. Вот я просто вам даю общую информацию о тех направлениях в живописи, которые представлены в музее Эрарта. Все, всем пока. До свидания, всего хорошего. До новых встреч. Пока-пока.